сюда лежит, другая через живот. Вы едете, у вас нижняя часть идет сзади спины. Вот. Нарушение тоже. Вы должны быть пришёмнуты, трёхточечный ремень должен быть. Через грудь и через живот. Где у вас? Знаешь, Вадим, что у вас с ремнём безопасности? Почему он ограничен воздействие в ремне? Почему? Чего не понял? У вас? Ну разберемся, ладно. У вас ничего с ремнем? 922, да, помню. Как ремень должен у вас идти? Вы, получается, через голову его перекидываете и все. А нижняя часть ремня должна идти у вас по нижней части живота. Вы должны быть пристегнуты в трех местах.